Так, всем привет, друзья! Сегодня у нас влог смешанных дней. Дорогие ребята, я была в мясном магазине, как вы поняли. Наверное, кто смотрит постоянно, знает. Вот затарилась, купила один зуб, правильно, рыбу зуб, и мясо. Также у ребят взяла фарш. Никогда мы фарш не покупной не берем. Это взяла полкилограмма попробовать. Так как мы здесь постоянно берем, не думаю, что они будут обманывать. Сейчас с вами вместе зайдем, проведаем рибсиме. Я один день не выпускала влогов никаких. Просто, так сказать, занималась домашними делами. Интересная погода, жарко, ветер. Так, запоминаем, где у нас мама работает. Повернули на эту улицу. Немножко пройтись, и будет магазин. О, что-то тяжеловатое. Несу я. Вижу, рибсиме тусовка. Клиенты вот вышли возле белой машины Тойоты. Еще женщина зашла. Ну так, друзья, вот называется магазин. Вот это Осмик, напарница. Вот, передавайте привет подруге. Подругу передаю привет. Какой город? Ничего себе, это она оттуда прям увидела, нашла? Да, она нашла. И тебе всегда она смотрит. Да? А как ее зовут? Анна. Анна? Анна. Я тебе могу показать. Давайте. Ну я же ее там не смогу видеть, кстати, ее тебе не видно. Сразу смотрела, чтобы узнать, это ты или не ты. Ну да, давно не виделись. Да. Асма, скажи Катю, пусть опять тебе просто снимет, чтобы еще смотреть. Потом, когда я приду в Ереван, встречу тебе уже. Хорошо, сейчас снимем, отправим. Она вас увидит. Смотри, пока загружится, да? А вы что, не отдыхаете? Отдыхаю. Отдыхаете, да? О, какие люди. Привет, привет вам. О, оно. Тарак копекне. Да, велик. А, тут плохо видно, но в общем вам огромный привет. Вот ваша подруга. Она много лет живет в России. Жена пришла в Ереван, год или два года осталась в Ереване, потому что ее сын в армию пошел. Потом, когда уже освободились из армии, сразу пошли туда. И она не звонила мне сказать, что я уже умерла. Не попрощались. Для этого она говорит, «Гуни Асма, сын склыли сатынов кого-то сарды, мы чекаем Ереван». Понятно. Рибсиме. Риб, чего такое? Чисто? Загнай копек. Чего? Хастат галя, мичур хакеле. А, мичур хакеле? Дива, это панис.
Она взяла одну. Вот там. Сейчас. Знаешь, вот это... Да! Забыли. А, смотрю, говорю, что там это забыли? Взяла и смотрю. Ой! Да, красивая. Сколько стоило? А сколько такая штука стоила? Это для рецепта я купила. Прикольно, спасибо большое. Белый ей было, и черный. Мне понравилось черный. Я не люблю такой. Стильное понравилось вам. Посмотри, что у нее есть. Подарки купить. Говорит. Пока красотка. Как раз, Дана, привет, Архангельска. А, да, привет, уже без маски, чтобы вас видели лицо. Все равно я не работаю сегодня. Ну да. Я могу без маски. Да, 5 минут. На улице все скажут, одевай. Да ты что, поздравляю. Да? Где такие можно было купить? Поздравляю. Могу сказать. Ничего себе. Нет, не уно. Ну, нет. Думаю, здесь именно. Магазинчик есть один. Уже ликвидацию. Возьмите, пожалуйста. Амславершу Мартин Хагумайт Ханка. Большие номеры тоже есть. У меня маленький 36-37. Вот такие тоже есть. Спокойно. Клиенты, ребята. Семочки. О, неужели уже мы можем побыть? Макияж. Нету? Немножко, но все равно красиво. Посмотрите, какой макияж у мамы. Какие сережки. Уже, боже, да, кольцо. Это мой витамин. Да. Да. Устала, честно говоря. Но все равно выглядите очень хорошо. Спасибо. Да. Кокетка. Кокетка. Ну как там, титис? Титиза. Лилит пришел. Да? Ушла, да. Была? Ой, жалко, что я ее не видела. Да. А еще придет, потому что покупала там. Ну, молочка тут супер. Супер, да. Ничего не пахнет, ничего. Угу. Один мацун возьму. Потом сыр какой, Иман? Соленый или нет? Сыр. Мне не важно, я же сыр так не ем высоко. Он любит соленый, в принципе, что если соленоватый. Угу. Я купила рыбу, Ишхан. Приготовлю, вы придете и будете в шоке, как вкусно. У нас зелень дома есть, да? Да, я так и поняла там. Возьму эту зелень и сделаю супер, Ишхан, отварной. Такие очень хорошие, ребят, продукция, вкусная молочка. Все, ты... Это бонусы. Это что, панкейки? Какой? За то, что мы выпрашиваем? Так, ради бога. Давайте, мы просим, да, мы всех просим. Интересно, интересно, в каком видео было сказано, пожалуйста, подарите или ну, дайте. Что-то. Да. А что вы написали? Я же по-армянски не понимаю. Что вы написали? Я по-английски написала. Не, ну я не... По-армянски. Да. Будем... Я написала, что не стыдно или так, да, будьте добрее. Это да. Зависть – это грех. Улыбайтесь, радуйтесь. Вот и все, забейте. Там все ему клизму. Да, да, это точно. Да ради бога, пусть мы желаем вам счастья. Пусть вам тоже дарят, и вы и будет нормально. Да, она показывала, да. А это как тебе? Давай, домой. Все, пошла я пока сейчас рыбу готовлю. Я сегодня была не дома. Вот. Все, вот так. Сейчас всем передайте привет вам. Все вам хорошие люди. Они все желают вам здоровья. Вы читаете хорошие комментарии. Спасибо всем, кто мне добро желает. Дважды спасибо, кто мне не добро желает.
Бог это видит. Это шутка, я не такая, нет. Это нигде не написано, что кто тебе недобро желает, дважды. Это не так. Да. Но будьте добрее, да. Улыбайтесь всегда. Всем-всем хорошего, самого-самого. Ну, Синеджан, да, спасибо. И кто может, посылайте много посылок. Мы просим в открытую уже, да, посылайте. Я никого не просила, чтобы подарки такого-такого. Это шутка. У кого душа хорошая... Мы тоже всегда дарим. Сейчас, мама всю жизнь всем все дарит. В этом году должны приезжать из Германии, из Испании. На им подарок делать. Да, мы готовились. Это значит, что-то они просят что-то? Нет. Да. Я им подарок должна делать. Конечно, буду делать. Да. Мы готовились встретить подписчиков. Да, мы хотели, если бы не вирус, мы бы встретились с многими подписчиками, и мы готовились блюда. Я в прошлом году с Жоржем встретилась, я ему благодарность что-то да. Честно говоря, не и всегда улыбайте, пока. Все, пока, мам. Пока. Да, я сейчас сделаю вкусно.